В Красноярском крае сотрудники управления уголовного розыска задержали подозреваемых в вооруженном нападении на таксиста. В минувшие выходные в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Емельяновский поступило сообщение о том, что неизвестные совершили нападение на водителя такси. К раскрытию преступления были привлечены сотрудники управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Красноярскому краю. Сыщики установили, что злоумышленники вызвали автомобиль такси по маршруту Красноярск. Большая Мурта. На трассе в Сухобузимском районе пассажиры попросили водителя остановить автомобиль и нанесли мужчине 87-го года рождения множественные ножевые ранения. В ходе борьбы водителю удалось выбежать из автомобиля. Злоумышленники скрылись с места преступления на похищенной машине. Пострадавшему оказал помощь и доставил в медицинское учреждение водитель попутного автомобиля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили подозреваемых. Накануне ночью злоумышленники были задержаны полицейскими в Советском районе города Красноярска. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 86 и 90 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.